Усталости стоп. У нас на стопе есть такие точки. Эта точка у нас на стопе есть крепление нашего сустава голени к стопе, и он выражается в виде того, что есть и с левой стороны, и с правой стороны такие бугорки круглые, которые рисовали на кедах. И с левой, и с правой стороны есть углубление самое глубокое над бугорком и под бугорком с левой стороны, и над бугорком и под бугорком с правой стороны, как бы внутренняя часть и внешняя. На внешней части бугорок, если давить на правой ноге, на правой стороне, на внешней части, если давить бугорок, исчезают психические заболевания, связанные с депрессией. А если с левой внутренней части давить на бугорок или углубление под вот этой шишечкой, то тогда наоборот, у человека появляется спокойствие, он засыпает вечером хорошо. А есть